Самые красивые, самые достойные розы – это английские розы селекции Дэвида Остина. Они отличаются отменным здоровьем, красотой цветов и чудесным ароматом. В нашем саду таких роз несколько. В условиях Крыма они прекрасно растут и развиваются. Роза Lady of Shalott является любимицей многих цветоводов. Растет пышным гармоничным кустом высотой 100-120 см. Здоровье просто отменное. Хорошо переносит и дождь, и жару. Цветение почти беспрерывное. Сами цветы превосходные. Лососево-розовый с янтарным оттенком. 8-10 см в диаметре. Розочке второй год, но она очень старается порадовать нас своим цветением. Растет на полном солнце и прекрасно себя чувствует. Роза принцесса Александра оф Кент – красивая и очень достойная роза. Растет крепким стройным кустом высотой 90-125 см. Устойчива к болезням. Нашей розочке только второе лето, но цветением она нас уже порадовала. Крупные, насыщенные розовые цветы с нежным холодным оттенком выглядят просто шикарно. Каждый цветок держится на кусту около недели. Аромат приятный, чайный, с нотками черной смородины. В паре с сортом Manston Wood эта роза выглядит просто замечательно. А Manston Wood хорош по-своему. Он сразу поражает своими необыкновенными цветами. Темно-сливово вишневый бархат на компактном кустике. Зацветает роза одна из первых. Цветет обильно и продолжительно. Растет у нас на полном солнце, поэтому цветок держится дня 3. Аромат едва уловимый, возможно из-за жары. Роза не капризная, дождь и ветер переносит достойно. Роза Тизин Джорджия – красавица желто-лимонными цветами. Растет у нас на полном солнце. Лепестки чуть выгорают, но это придает ей особый шарм. После дождя цветы поникают, но не портятся. Цветет обильно и продолжительно. Здоровье и внешний вид на отлично. Подвязка куста обязательно. На опоре решетки роза выглядит аккуратно и стильно. Наша любимица роза Summer Song посажена отдельно от всех остальных роз. Это подчеркивает ее индивидуальность и позволяет нам наслаждаться красотой, не отвлекаясь.
наблюдаем, как расцветают яркие оранжево-апельсиновые цветы, которые постепенно меняют окрас до приглушенно-кораллового. Это просто чудо. Цветок держится дня 4, успевая подарить нам еще и потрясающий аромат. Болезнями не поражается, если вовремя делать профилактику. Нашей розочке всего второй год, и куст с тоненькими веточками выглядит слабеньким. Возможно, с возрастом роза окрепнет. Эвелин – еще одна прекрасная представительница английских роз. Растет раскидистым кустом высотой 120-150 см. Ветки требуют обязательной подвязки. Расцветает изумительными нежно-персиковыми цветами размером 10-12 сантиметров. Постепенно их цвет меняется на нежно-розовый. Славится эта роза еще и насыщенным ярким ароматом с нотками фруктов. Но вот его мы пока не ощутили. Может, с возрастом он проявится сильнее. Устойчивость к болезням у этой розочки средняя, не особо хорошо переносит она дождь и жару. Но это никак не отражается на нашем желании видеть ее в своем саду.